записываешь? Да. А что ты со зрителями не здороваешься никогда? Или ты потом озвучиваешь? Зачем мне здороваться со зрителями, если вы тут? Да, ну ты вообще не рассчитываешь. А там такая тема потом будет, знаешь как? Ты станешь мега популярным типом. И потом будут смотреть вот это первого видоса, типа, и будешь потом, типа, будет стыдно, что ты так снимал. Может быть. Говори вот это, как они обычно говорят, оу, всем привет! Вот, ну. Ладно, вы же задаете фон. Дорогие мои... Ну ё-моё, ну ты чё кадр портишь? Я в натуре, блядь, ты настоящий блогер, там человек умер, блядь, ты чё кадр портишь, блядь? Так, я его сам убью сейчас. Давай заново ставь на запись тогда. Здесь, чтобы не испортился твой кадр. Где мобы? Они не пришли ко мне. Бля. Короче, бля, я убиваю его. Да не ходит его. Ладно, ладно, ладно. В толпе твоих мобов, бля. Ладно, убивай. Блять. Главное, покажи Василок, покажи на видео, бля. Че, Василок, с ним все давно хорошо знакомы. Да? Да. Я как он просто мобов убивает на девятка, бля. Ага, в три мода? Да. За три мода, блин. Горячий заряд или что там стоит? Ну, бля, газ и холод. Что Василок, что Фантазм, что Летом. Если брони нет цели, то они очень хорошо работают. Если брони нет, по-моему, и камень можно бросить, они умирают, нет? Да. Ну, в том-то проблема, что у них есть броня. Ну, есть двоечка, нет брони. У тебя, да. У меня двоечка, у меня какая-то. Че, не дамажит? Я не проверял даже. Не думаю, что она прям сильно будет дамажить. Еще один бежит. Предлагаю еще 47 раундов снять. Зачем? Просто. Отклонено. Ладно. Я тут последний раундов 10, бля, просто выживаю как могу, бля. Да постоим, если надо. Один раунд погоду не сделает. Блин, так быстро он был. Давай, давай постоим еще один раунд. К тому же никогда 47 не стояли. Может там секретный босс уходит, Марио какой-то. Нет, там ничего не меняется. Так-то я пошутил, но... Да ладно. Но Марио выходит, да. Я купил же это Сегу. Сегу? Ну ты говорил. Да. Там, бля, 500 с чем-то игр, прикинь. Лишь бы там не было как в старых, это вот там 500 игр, а там разные уровни просто. Да-да-да, есть такая тема. Там. Это же все оттуда. Да. Дополнение раньше так выпускали. Как тогда это звали полноценной игрой. Ну. С фантазма стрелял? Свету. Конечно, мобы получше сносить все это говно. Мобы 9. Заметил разницу, когда 9000 мобы у тебя были. Этот. Сейчас они какие? 9000, да? Да. Ну должен быть, да. Да. 9300. Ты не мог капов пацанов призвать?
Блин, ну, я только что перепризвал всех. Я не знаю, почему они такие призываются. Видимо, они же берут каких-то Максимусов или прочего какой-то. Кто самый сильный был. Это что было? Ты что, умер, что ли? Нет. У меня что-то камера сказала. Привет. Не очень хорошо. Есть ключи? А если я сверню? Красный ключ, по-моему, упал, нет? Да, красный ключ упал. Иди охранять красный. А может кто-то бежит? Нормально. Тут раз многие дроиды достояли или нет, я не помню. Да, да, да. У меня есть та запись, но она запись на виспе, но на виспе я уже выкладывал. Так что она пока в архивах. Ух ты. Уклонист. Не смог уклониться в неуязвимости. И это? Так, ну вот это вот последний раундец. Последняя точка. Слышка гулей. Ой, жесток, стыд, нехорошо. Остановил ее. Ее маневр бы. Угу. У меня нету маны, чтоб призвать. Блин, ну все, на выход пошли. Пошли. Блин, эта запись получилась 7 минут. Это 2 раунда мы за 7 минут закрыли. Теперь долго-долго мы идем, да? Это 2 раунда на девяточку за 7 минут. Что-то как-то было слишком быстро. Да, я жгу на девятках что-то проще, бля, было, чем на 100, на сотых уровнях. Лично для меня. Да, начало было сложным, сумбурным, непонятным. Да просто я не играл на этом фрейме вообще. Ни одного, это первая катка на нем. Да, бывает. Я же не играл на Нове вообще нигде, никогда. Ну, я понял. Возрождение 12, у тебя 5. Почему у меня возрождение 12? Думаешь, это я 12 раз? Да, да, ты 12. Серьезно, короче, я больше тебя распаду. Что там непонятного мне как-то? Алло, алло.